Всем привет! Скульптурис Альфа 6. Программка. Поехали дальше. Изучать потихонечку, полегонечку. Куда пойдем, не знаю. Изучим опции. Опции — это самая интересная штука в этой программе. Бэкграунд заменяет фасад, так сказать, рабочую зону нашей программы. Можем поставить любую. Выбираем, нажимаем ОК. Можно поставить вот такую заставочку. Если кто-то лепит без копирования фаса, профиля, объекта, то это вам подойдет. Ставьте для расслабления глаз. Самое лучшее — это вот такой вариант. Вот такой вариант. И глазу приятно, и расслабляет. Но если кого-то не устраивает, можно еще попроще поставить. Это вот такой вариант. Еще мягче, еще нежнее. Поехали. Brush spacing нужно ставить на 14, ну максимум на 15. Если вы ставите больше, форма начинает искажаться, начинают толще линии быть. Даже можно 9-12 поставить. Для мягкости формы отключаете Gauss 2, DOF до 5 и FOG. Ну, до 3, ну, до 2 лучше, конечно. Все. Это мы сделали. И начинаем пробовать. Линии мягче. Идет лучше, даже мышка чувствует, как это происходит. Все это смягчается. Работа идет. Все ласково. Следом попробуем. Вот эти функции должны быть постоянно включены. Size прессинг можно включить. Он ничего такого не меняет, но ощущается в процессе работы. Объяснить не могу. Пробуйте тому, что подойдет. Ну, давайте посмотрим на форме модели. Откроем, допустим, модель какую-нибудь. Очень много у меня тут уже сделано всего. Пенелопа Круз, Том Круз. Давайте откроем Уилла Смита. Откроем его и посмотрим, что может сделать опция для нас в качестве модели. Перетягивание модели идет кнопкой Alt зажатой. Вот так мы ее можем вводить, ставить куда надо. Приближение, удаление идет у нас колесиком. Если мы ставим модель в правый угол, изменяется угол модели. Она выглядит чуть сплющенной. Ну, в принципе, работая над этим, можно поправлять детали. Вводя модель влево,
Она смотрит влево, тоже приплюснутая. Ставим ее по центру, она вытянутая. В этом вся фишка этой программы. Когда вы снимаете скриншот модели, вы можете снять его вытянутым или сплюснутым. Меняется его вид, меняется полностью восприятие модели и так далее. Поехали дальше. Кнопка «Табуляция» удаляет рабочую зону программы. И чисто фон. И вы можете работать, когда вас не отвлекает одним пером. Включаем табуляцию. Включаем кнопку Turn Animation. Нажимаем ее. И отключаем табуляцию. И у нас начинается просмотр полностью 3D модели. Она крутится. Как вы ее поставите, так она и будет крутиться. Вы будете ее смотреть с разных ракурсов. Отключаем. Ок. Все, она остановилась. Ничто нам не мешает дальше работать над ней. По опциям еще немного пройдемся. Доф и потом можно поставить назад. Сохранить можно модель Save Image. В этой программе пишем любое название. Сохраняем. Она сама это дело делает, сохраняет. Но вид у нее, конечно, не из лучших. Честно вам скажу, лучше пользоваться скриншотом. Смотрим модель. Не хочет открываться. Попробуем еще раз. Вот она открылась, сняла нам полностью форму экрана. Ну, в принципе, пойдет, но качество у нее не очень. Скриншот дает 100% улучшения вида. Вы берете ту зону, которая вам именно необходима. Любой ракурс. Она сохраняется в ту папку, которую вы указали. У меня это 77. Качество получше будет, вы видите. Даже при приближении 100%, даже больше. Чистая форма, в отличие от той, которую предлагает программа.
Дальше поедем. Workbench. Это фон. Save Dench. Что он нам покажет, сейчас посмотрим. Никогда не пользовался этой функцией, конечно. Показываю для вас. А ничего. Ничего он не дает. Он нам дал только фон. В принципе, и все. Такого серьезного здесь нет. Кнопка Show обязательно. Экспорт для Opsh обязательно. Ну, вот этими функциями Degi и Redux вот, можно играться, уменьшать, как кому подойдет. Все, спасибо за это. За то, что вы посмотрели мой ролик. Понравится, нет, судить вам. До свидания.